Алоха, земляне! В этот раз мы побываем на мысе Меганом в районе Гравийной бухты. Находится это место на вашей планете примерно здесь. А добраться сюда можно из Судака на общественном транспорте. До пляжа, а с пляжа пройтись пешком. Еще из Судака ходят всякие кораблики. Что-то в районе 600-800 рублей стоил билет. Там полчаса не купаются в море. Ну, в общем, как-то так. Название Меганом имеет греческую этимологию. Оно образовано от двух слов. Мегас – большой, просторный, важный, значительный. И номос – выгон, пастбище, владение. Так говорит нам Википедия. В этом выпуске я поделюсь с вами собственными впечатлениями. А цель моего похода – это погружение. Погружение в прохладные чистые воды этого чудесного места. На Меганоме хорошо всегда, но лучше всего во второй половине сентября. Если это лето, то здесь, конечно, царит сильная жара, и крутые подъемы и спуски вас непременно утомят. Еще могут быть обвалы, и есть места, где тропа подходит к крутым обрывам. Все это может навредить многоклеточному организму бесценного путника. Мое мнение. Идите туда в составе туристической группы с опытным гидом или отправляйтесь на одном из корабликов, которые ходят туда регулярно. Сам я предпочитаю одинокие путешествия, потому что так можно насладиться природой. Добавлю кое-что. Обувь закрыта, шнурованная. Только брюки. Конечно же шляпа. Ну и дорожная палка метра полтора, думаю, тоже пригодится. Начинаем мы наше движение в районе пляжа. Идем по пляжу. Здесь будет небольшой кемпинг, заворот вдоль берега. И тут начинается подъем наверх. Идите по дорожкам, и вы увидите слева это, а затем вот это. Все, вы на месте. Вот то самое место. Я прошел немного дальше. Это вот следующий холм или мыс, как правильно сказать. Там тоже очень красиво, но гораздо тяжелее туда добраться. Дороги ведут еще дальше. Но мы говорим об этом месте. Вот оно. Просто я поднялся сюда, потому что здесь очень красивый вид. Здесь самый тяжелый спуск и очень неудобный. Будьте аккуратны. А вот с этого места мы будем нырять. Всем удачи, друзья! Будьте счастливы! Небольшое послесловие. В этом году было немного чище, чем в прошлом. Я возвращался и увидел девушку, которая идет и несет большой мусорный пакет. Просто огромный. Я забрал его у нее и отнес
Девушка была приезжая. Она не несла мусор после себя, она собрала мусор, который оставили другие люди. Вот благодаря таким, как она, не хочется обобщать все обо всех. Эта природа, она также ваша, поэтому уважайте ее, забирайте мусор с собою к общественному пляжу. Там есть очень много мест, куда этот мусор можно выбросить. Еще на всех пляжах есть места для курящих. Там можно спокойно покурить, не сидеть среди толпы, тем более рядом с детьми.